Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии» прошла в Витебском государственном университете. Конференция объединила заинтересованных ученых, готовых делиться своими знаниями и целями. Исторический факультет ВГУ уже в третий раз собрал в стенах университета талантливых исследователей, которые изучают проблемы международных отношений и дипломатии. Обмен опытом актуальных вопросов из истории современности, обмен оценками исторического прошлого и нашей действительности вызывает неподдельный интерес во всем мире. Ярким подтверждением чего и является конференция, уверен модератор мероприятия, кандидат исторических наук, доцент Александр Петрович Косов. У каждого из исследователей своя точка зрения, поэтому вот сегодня мы и постараемся обсудить. Каждый из участников постарается представить свои факты, аргументы, свои гипотезы развития, свои прогнозы развития международных отношений. В работе научного форума приняли участие около 40 исследователей из учреждений образования и научно-исследовательских центров Беларуси, России, Украины, Польши. Я приехал для того, чтобы выступить здесь с научным сообщением по той теме, которой я занимаюсь. Ну и поскольку у вас широкий такой охват и хронологический, и географический, весь 20 век и начало 21 века, тут есть о чем поговорить. Я надеюсь, будут интересные сообщения для всех, и для участников конференции, и для студентов. Езжу сюда как минимум полтора десятилетия в ваш университет для участия в научных и других мероприятиях. Наш университет имеет договор с Витебским университетом. У вас чудесный город, чудесная страна, университет и, самое главное, люди. Хочется с ними общаться, хочется делиться своими идеями, хочется слушать других. Ну а научные связи, международные связи – это вещи очень близкие. Я думаю, они только способствуют расширению и диапазона, и наших отношений, и их углублению. В ходе работы конференции участники обсудили широкий круг вопросов теории международных отношений и дипломатии, становление и функционирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, дипломатии периода Второй мировой войны и Холодной войны, функционирование современной системы международных отношений, внешней политики и дипломатии Беларуси. Есть у нас главный центр по изучению международных отношений и дипломатии. Это, конечно, факультет международных отношений Белорусского госуниверситета. А в регионах, в общем-то, центров не так уж и много, и очень приятно, что наш университет является одним из таких центров, который собирает исследователей из разных стран мира. Данная конференция организована с нашими традиционными партнерами. Это Институт истории Национальной академии наук Беларуси и Республиканский институт высшей школы. В рамках конференции также был проведен круглый стол «Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Проблемы и перспективы». Я считаю, что, безусловно, очень важно проводить подобные мероприятия, потому что сейчас, в 21 веке, очень важно обращаться к истории дипломатии 20 века, 19 века, чтобы понимать, чтобы учиться на опыте прошлых лет и, более того, чтобы способствовать еще более сильному сближению наших государств, да, усилению, скажем, культурно-исторического обмена, культурно-исторического опыта. Уже ставшая традиционной научная конференция исторического факультета помогает в деле углубления изучения всемирной истории, возрождения исторической памяти, укрепления духовности и сохранения историко-культурных традиций всего европейского и мирового сообщества и по праву может считаться одним из значимых научных событий страны. Алина Карпызина, Александр Киргаев, ТВУ.